Приветствуем вас, друзья, на канале Crypto Commons и в сегодняшнем выпуске Ньюсблок Крипто. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк будет взимать плату с криптокомпаний, контролируемых этим финансовым регулятором. Палата представителей Техаса приняла законопроект, требующий подтверждения резервов для криптовалютных бирж. Дело Битбоя Крипто было передано в ФБР в связи с его неявкой в суд. Взлом популярного кошелька Trust Wallet привел к потере 170 тысяч долларов пользователей. И в завершении нашего выпуска информация по рынку от Кевина Свенсона. Оставайтесь с нами. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк заявил, что начнет выставлять счета криптокомпаниям и организациям, зарегистрированным в штате, в обмен на ежегодную проверку и надзор. Глава департамента Адриан Харрис объяснила, что плата будет разной для каждой организации в зависимости от их размера и сложности. В департаменте также заявили, что новое правило будет применяться к тем организациям, которые уже получили так называемую лицензию BitLicense. Финансовый регулятор принял данный режим регулирования в 2015 году, требуя от криптобизнеса соблюдения различных стандартов капитализации, протоколов борьбы с отмыванием денег и защиты кибербезопасности. Каждая компания будет платить сборы 5 раз в финансовый год, 4 расчетных ежеквартальных платежа и один на основе фактических расходов. Данное нововведение направлено на то, чтобы более тесно связать криптовалютный сектор с банковскими учреждениями, а также страховыми компаниями, поскольку они обязаны платить ежегодные сборы в обмен на надзор, проводимый регулятором. Следует отметить, что и ранее регулятор уже выходил на криптопространство со своими рекомендациями. Департамент финансовых услуг ранее призывал компании, работающие в штате, отделить криптовалютные активы клиентов от своих собственных активов, поскольку совместное слияние может привести к серьезным финансовым потерям. Такие компании должны также публиковать записи и вести четкий журнал внутреннего аудита, чтобы уведомлять клиентов о любых транзакциях с их средствами. На первый взгляд, это отличная инициатива, тем более это очередной шаг в сторону понятного взаимодействия с криптоактивами. Палата представителей Техаса приняла законопроект, требующий подтверждения резервов для криптовалютных бирж. 21 апреля Палата представителей Техаса одобрила законопроект, требующий от криптовалютных бирж поддерживать достаточные резервы для выполнения платежных обязательств всех своих клиентов. Согласно сделанному официальному заявлению, законопроект HB 166, поданный государственным представителем Джованни Каприльоне, был принят большинством из 150 членов с целью восстановить доверие к рынку, требуя подтверждения резервов для обмена цифровыми активами. Перриан Боринг, основатель и генеральный директор Палаты цифровой коммерции, поздравил члена Палаты представителей Каприльоне и Палату представителей Техаса за утверждение закона, направленного на защиту граждан от финансовых проблем, вызванных биржами при решении такой критической проблемы, как подтверждение резервов. Напомним, что подтверждение резервов – это процесс, с помощью которого криптовалютная биржа демонстрирует наличие достаточных средств для покрытия клиентских депозитов. Эта прозрачность помогает защитить активы клиентов и может повысить доверие к бирже. Напротив, традиционные банки используют систему частичного резервирования, при которой у них не требуют держать всю сумму депозитов клиентов в резерве, что может создать проблемы с ликвидностью во время финансового кризиса. Этот шаг делает Техас образцом для подражания в сфере крипторегулирования. А данный закон, возможно, либо заменит, либо станет шаблоном для имеющихся законов и актов с целью продолжения улучшения законодательного регулирования, которое в настоящий момент является достаточной проблемой для криптобирж. Дело Битбоя Крипто было передано в ФБР. А все потому, что товарищ не пришел на судебное слушание, где его очень ждали. Крипто-инфлюенсер и ютубер Бен Битбой Армстронг был передан в Федеральное бюро расследований после того, как отказался явиться на судебное слушание относительно его продвижения FTX. Армстронг позлорадствовал по поводу своего решения пропустить судебное заседание во Флориде, опубликовав в интернете фотографию себя на пляже, сказав, что ему похуй. Битбой опубликовал свой твит в четверг ровно в 10 часов по восточному времени, как раз тогда, когда должно было начаться слушание. В своем твите он написал следующее. «Сегодня я должен был быть в суде, но меня там нет. Почему? Да потому что мне похуй». Также Битбой опубликовал еще один твит, в котором высмеивает истца по данному делу Адама Московица, который обвинил Битбоя в том, что тот начал кампанию по его преследованию. Данный твит содержит фотографию вместе с поросенком и следующим комментарием. «Друзья, я пропустил сегодня суд, но мы все-таки смогли встретиться с Адамом Московицем и помириться». Напомним, что Московец выступает в качестве юриста, представляющего интересы истцов в судебном процессе против нескольких ютуберов, которые продвигали обанкротившуюся биржу FTX, и одним из которых является Битбой.
После полученных обвинений от Московица, Битбой обрушил на него поток гневных сообщений через Твиттер, выкладывая свои электронные письма адвокату, в которых он его называл «пиздой и сукой». Ранее в этом месяце Московиц связался со своей местной полицией и ФБР по поводу Битбоя, заявив, что он чувствует угрозу из-за того, что он или его последователи могут с ним сделать. Также по многим сообщениям говорится, что судья Мелисса Дамиан была в ярости из-за отсутствия Бена Армстронга на слушаниях. Адвокат Бена Джейсон Ринденау сказал, что Битбой может предстать перед судом в мае, когда он будет присутствовать на конференции биткоин в Майами. В ответ судья Дэмиан сказала, что выдаст ордер на арест Армстронга, если он не появится до понедельника. Также она сказала, что сообщит о его поведении в ФБР и приказала ему прекратить публично писать о Московице. И этот приказ он уже нарушил. Эта невероятно быстро развивающаяся история очень похожа на хороший триллер, поэтому запасаемся попкорном. Популярный криптокошелек Trust Wallet хакнули, украв 170 тысяч долларов пользователей. Но не стоит беспокоиться. Trust Wallet, популярный криптокошелек, принадлежащий Binance, обнаружил уязвимость WebAssembly в своей библиотеке с открытым исходным кодом Wallet Core, которая затронула некоторых пользователей. Согласно опубликованному обновлению по инциденту, предоставленному компанией, уязвимость затронула только новые адреса кошельков, сгенерированные с помощью ее расширения для браузера в период с 14 по 23 ноября 2022 года. Данная уязвимость может позволить злоумышленникам выполнить вредоносный код на устройствах пользователей и украсть их средства. Уязвимость-то исправили, но вот 170 тысяч долларов было украдено. Trust Wallet заявил, что устранил уязвимость в течение одного дня после того, как был проверен отчет в рамках программы Bug Bounty. Расширение для браузера также было обновлено. Однако, несмотря на все усилия Trust Wallet, были обнаружены еще два потенциальных эксплойта, в результате чего общая потеря монет на момент осуществления атаки составила около 170 тысяч долларов. Trust Wallet также заверил своих пользователей, что возместит все приемлемые убытки от данного взлома из-за имеющейся уязвимости, а также создал процесс возмещения для пострадавших пользователей. Платформа также призвала пострадавших пользователей как можно скорее переместить примерно 88 тысяч долларов, оставшихся на всех уязвимых адресах. Пользователи кошелька Trust Wallet могут самостоятельно проверить, являются ли их адреса уязвимыми к данной атаке, открыв расширение браузера Trust Wallet и найдя предупреждающее уведомление. Итак, еще раз, кто в опасности? Trust Wallet заявили, что те, кто использовал только их мобильное приложение, импортировали адреса кошельков в их браузерное расширение или использовали браузерное расширение для создания нового кошелька до 14 ноября 2022 года или после 23 ноября 2022 года, не подвержены этой уязвимости. В общем, зайдите в ваше браузерное приложение и переместите ваши средства на новый адрес, а лучше используйте аппаратный кошелек. Многих хорошо освежило и привело в тонус недавняя проливка рынка. Некоторые заговорили о возвращении медведей, а особые пессимисты говорят, что никуда медведи и не уходили. Но на самом ли деле так опасна и тревожна данная просадка? Давайте послушаем, что на этот счет думает Кевин Свенсон. Таким образом, что я говорю, это потенциальная возможность для нас опуститься вниз до 25, перейти в зону перепродажи на дневном RSI. Но у нас по-прежнему будет сохраняться структура с восходящих низов. Это сопротивление, новый уровень поддержки, все в порядке. Но это не обязательно. Мы можем всего лишь задеть 27.5, примерно вот здесь. И это по-прежнему будет являться очень и очень хорошей структурой. Но если мы присмотримся с вами на этот тренд, то увидим, что коррекция на самом деле является очень здоровой. Потому что если у нас будет лишь один постоянный рост вверх, без откатов, если биткоин будет лишь только расти и не возвращаться, то знаете, что будет? Откат будет, только он будет более глубокий и длинный. Нежели чем сейчас мы увидим откат, у монет поменяются хозяева, а потом мы снова увидим памп. Это придаст сил, это будет признаком хорошего импульса. Когда образуется такой откат, удерживание данного уровня, а потом новый всплеск. Это является подтверждением того, что у нас сильный тренд. Так что на самом деле это очень хороший сигнал. А мы по-прежнему находимся в параболе. Что ж, спасибо тебе, Кевин, за обнадеживающий комментарий и прекрасную аналитику. А на этом мы с вами прощаемся. Надеемся, что, как всегда, для вас выпуск был информативным и полезным. И до встречи в следующем выпуске.